ви не зварено, каже один з героїв фільму Земекіса «Прогулянка», у сенсі «вибір зроблено». І тут же інший реагує на подив співрозмовників. Це ж французи, у них 365 сортів сирів, один на кожен день року. І гастрономічні прислів'я на будь-який випадок. Наскільки ми знаємо світ навколо і що є дійсним уявленням, а що – химерним стереотипом. Франція без політики – нам цікаві прості, майже побутові речі. І найперше таке земне питання – мінімальна зарплатня у Франції на сьогодні. Це більше-менше 1000 євро в місяць. Да? Тисяч євро. Одна тисяча на тисячу. Да. І ми працюємо, ну, я знаю, 35 часов в неділі по закону. Ми платимо налог на зарплату, да? Значить, що більше-менше ви получите зарплату без налогу. Потом 20% более-менее это налоги, которые вы сам платите. Если вы получите 1500 евро, если вы получите 3000, 300 тысяч, 20% отдаете вот сразу государству. А потом в конце года вы платите на все, что вы заработали в год, еще налог. А этот глобальный налог, так говорят, да, он работает par palier. От 1000 до 10 тисяч євро зарплата год я буду платити 15% налог в кінці года. Да? Ну потім от 10 тисяч до 20 тисяч я буду платити 20%. От 20 тисяч до 40 тисяч 30% і так далі. До 45%. Шкала. Да, це шкала, да? Так, так. Саме зараз переглядається адміністративно-територіальний устрій країни у бік укрупнення, що вже дало результати не в одній державі. Хоча б на рівні скорочення адміністративного апарату, проміжних ланок у прийнятті рішень і узгодженнях і, звичайно, спрощенні розподілу коштів. Ви теж, ну, ви платите локальний налог, ви платите місний налог. Платите, ну, если у вас есть дом, например, вы платите налоги для дома. Да? Это вот по разнице. Если вы живете в квартире, которую вы снимаете, вы платите вот тоже налог для города. Да? А есть, в принципе, это два системы. Это система от государства до областный корпус и от жителей. До администрации, да, местный бюджет. Да, когда я приехал сюда, я в принципе мало знал по Украине. Я здесь был 10 лет назад, путешествовал по Украине, вот как турист, да, мне очень нравилось, такие, ну, очень красивая страна. Мне было, вот, конечно, когда я слышал, что произошло здесь, ну, событие, который начинал 2014 года, мне было, ну, тяжело даже понять, ну, конечно. И потом, когда я приехал сюда, я видел, что, в принципе, мне было очень позитивное чувство, потому что я не знал, как будет, да, и когда я приехал сюда, я видел, что вот, ну, люди хотят жить вместе, хотят continuer, aller de l'avant. И в принципе мне было очень приятно, как мы сможем говорить свободно, как мы сможем общаться с людьми, что люди открыты, что люди они хотят, ну, как обмен идей, да, согласны, не согласны, не так, это не проблема, да, значит, мы сможем свободно говорить, и мы сможем как, ну, не ругаться, ну, как когда есть дискуссия, да, нет, да, нет, да, и вместе мы, ну, как, учим вместе, так говорим, да. Напевно, після питань доходу та податків традиційній родині найцікавіше знати про систему освіти, у якому віці, на яких умовах і, звичайно, хто і за що платить, скільки коштує шкільна форма і чиїм коштом лагодяться вікна. Пам'ятаємо, як зібрати першокласника. А во скільки, як ви думаєте, дітки в школу йдуть во Франції? Всім, може бути. Я думаю, що раніше, з 6. Ні, з 6-7.
як і Україна, Франція має школи державні і приватні, хіба що пропорція різна. А починається школа, вірніше, проміжний етап, така собі соціалізація з педагогами і психологами у 3 роки. Большая разница, если вы живете в Париже, а если вы живете в провинции. Но я жил чуть-чуть в Париже, я знаю, что там все как тяжелее, потому что много людей там живут, да, мала школа, ну, школа хватит, ну, конечно, надо рано регистрироваться, да, начинает 3 года. Это, ну, как так называют, maternelle. Это не детский сад, это начинание школы, да, в принципе, это... обязательно по закону, или вы сможете решить, что ребенок будет учить, как говорит, ну, по программе particulier, en fait. По специальной программе. А вы потом, ну, во Франции школа так работает, в принципе, есть много государственных школ, а потом есть частая, да? Частная школа. Есть религиозная школа или частая только потому, что, ну, так говорит, у них, ну, свой программ. А потом надо смотреть, что в принципе, есть школы, которые работают под контрактов, с государства, а есть, которые не работают под контрактами. Да, родители платят, а есть, которые не так... Alors, школа, которая работает под контрактом, штат, да, они получат деньги от государства, да, даже если они часто. Но если они не работают под контрактом с государством, значит, что государство не дает деньги, и значит, что, в принципе, это... Ну, так говорят, достаточно или даже иногда очень дорогая школа. У нас в школе без формы, да, можно ходить как, ну, как ребенок хочет. И потом, конечно, все бесплатно, но, ну, надо купить книги, надо купить материал для уроки. Наверное, это 2 или 3 евро каждый обед. И ребенок в школе, в принципе, начинает... с 8 утра, и он может остаться в школе до 6 вечера. Потому что, ну, если родители работают, да, они уроки с 8 до 12, потом есть, ну, обед, маленькая пауза, потом до 4, да, в днем. А потом с 4 до 6 вечером, да, он может остаться, дети могут остаться в школе, и там он будет играть, будет делать разных активити. Дети не сейчас. Сколько лет образования в школе во Франции? Класс до 9 до 10, наверное. Я думаю, там 11, если брать, как бы, как у нас, может, 12 лет. Если брать вместе с этим, с колледжем, там, как бы, по этой системе. 12 лет. Ну, как здесь более-менее, потому что, да, ну, в принципе, он должен ходить в школе. Мы считаем, что он должен ходить, ребенок должен ходить в школе, когда у него 3 года, чтобы начинает социализация, да. Но школа начинает, настоящая школа, так говорят, да, начинает в 5 или в 6 лет, когда он будет начинать учить читать, как говорить, ну, не говорить, не считать. И потом до бакалавриата, да, так называется. У нас бакалавриат – это когда мы закончим школу, и мы получим диплом, и этот диплом нам дает возможность входить или в университете, или вот, ну, разных образований после школы. Вища освіта у Франції не має такого надзвичайного пріоритету перед професійною. Але ж рівень престижу університетів чи вищих приватних шкіл, звичайно, зберігається. До речі, у державних закладах освіта безкоштовна для студента як місцевого, так і іноземного. А кожен 10-й студент у Франції – іноземець. Университет – это вот самый популярный, да, но у нас опять государственный университет очень, ну, на все города, да, почти, и образование бесплатно. Но считаем бесплатно, но он платим
даже надо смотреть, есть чуть-чуть разница, но средний это вот 400 евро. 400 евро, когда в университете, считай, 200 евро зарегистрировать, чтобы регистрировать в университет, и 200 евро, чтобы получить security social. Ну, социальное страхование. Да, значит, ну, если вы врач или в больницу, не платите. Да. Ну, образование, в принципе, в университете государство платит средний 16 тысяч евро за каждый студент. Вы получите бакалавриат, когда вы закончите школу, да, и вы потом сможете выбрать университет без проблем, без конкурса. So, часто такая ситуация, что в университете первый год, ну, если это программа, которая очень интересна много людей, да, ну, иногда 200-300 студентов на один амфитеатр. Да. So, есть такая ситуация, даже когда амфитеатр вместо Нервати, да, есть люди везде, да, это достаточно тяжело первый год. Ну, первый год уже вот 60, ну, есть люди, которые не получат экзамен, или есть люди, которые, ну, бросят, да, они хотят по-другому, или даже... Отсевы. Где-то после первого курса. Значит, что потом 60% остается на второй год, да. У нас есть, опять, два системы стипендий. Есть стипендии под уровень жизни, так говорят, ну, это они смотрят, опять, зарплата родителей. А это вы, если зарплата родителей меньше, чем, не вспомню, вот такой уровень, да, вы получите стипендию на все, так, каждый год. Конкурс начинает, когда закончится первый год учебный. И потом есть второй стипендий, это когда вы очень хороший студент, то они даже вот не смотрят зарплату родителей. Если вы очень хороший студент, сможете этот получить. На ваш взгляд, самые популярные во Франции профессии? О, да, кондитер. Франция сразу с шоколадными конфетами. Да. Кондитер, что еще? Дизайнер, экономисты, бухгалтера, как и во всех других странах. Я думаю, это тоже одни из популярных профессий. Кондитер? Не знаю, экскурсовод, может, таксист. Франция, это считается столицей моды, так что я считаю, что... Модельеры, модели, это все в Франции до сих пор актуально. Также у них одни из самых лучших ресторанов и заведений такого общепита. Так что хорошие повара там тоже всегда ценятся. Думаю, политика там, все такое, политические профессии всегда тоже популярны, я думаю, во всех странах. Я думаю, что врач... Да, доктор, ну, врач это всегда, у нас, ну, конечно, это достаточно тяжелая система, вот опять, в принципе, много студентов на первый год, потому что первый год это без конкурса. Конкурс начинает, когда закончится первый год учебный, да, а это очень, очень тяжело, но это очень престиж и очень-очень много работы. Я вспомню, что когда я был студент, у меня были друзья, которые вот учились в медицинский университет, а они вот, ну, ритмы были очень-очень тяжелые. Но я думаю, что врач, конечно, архитект тоже очень достаточно модный. Ну и потом опять, ну как здесь, я думаю, как по всему миру, все айтишник, так говорят, да, project manager по IT-шник project, это очень-очень модный. Ну, я думаю, все, которое тоже финансовый систем образования, в смысле, все профессии, которые в рамках финанс, они тоже очень-очень популярны сейчас. Есть еще много университетов по искусству, есть много возможностей работать и в театре, и в кино, и музыка. Да? So, это очень-очень-очень модно, потому что тоже вот люди любящие, да, и поэтому еще много-много вот там ходят в университет искусства, и есть еще много возможностей.
А на каких машинах ездят французы, как вам кажется? На электромобилях. Рено, Пежо. Француз, на французских, скорее всего. Сложно ответить, но, наверное, да, я соглашусь, что на разных марках, в зависимости от какой класс вообще. На маленьких. Ну, какие? Ну, Peugeot у них же самая основная машина. А так, я думаю, как и везде, кто на какой муж, на то и ездит. Ну, я думаю, у них хорошо развит патриотизм, так что это, скорее всего, собственные машины Peugeot, Renault. Ну, конечно же, импортные тоже есть, Mercedes и BMW из Германии также пользуются у них большой популярностью. Европейский рынок машин, он очень защищен, да? Значит, что машина из США, японская машина, они достаточно дорого, и мы сможем найти вот дешевле машина французские марка. So, в принципе, но я думаю, но опять я не знаю цифры, но я думаю, что очень много людей водят на Peugeot, Citroën, Renault. Ну и в городе маленький, ну, например, когда вы живете в Париже, конечно, маленькая машина удобнее, потому что паркировать, да, в Париже очень-очень тяжело. Стефан Кларк, британський журналіст та автор іронічних путівників, констатує, француз сідає у французьку машину і їде відпочивати, заливаючи французький бензин у Прованс або в Нормандію, де живе у французькому пансіоні, їсть у французькому ресторані французьку їжу і п'є французьке вино. Тобто, як інтенсивніше відпочивати, міцніє і економіка. Підтримуємо вітчизняного виробника. Ну, сейчас я думаю, что много людей, они отдыхают, ну, близко к морю, на южне, в западе, или в деревьях, где, ну, бабушки, дедушки живут, так, в семье, да, в принципе, так часто. Як відомо, Франція з найперших країн сприяла європейській інтеграції ще з заснування Ради Європи, утворення відкритого для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують права людини і свободи для своїх громадян. Саме Рада Європи прийняла Конвенцію про захист прав людини, що є основою для роботи Європейського суду з прав людини. І, власне, в економічній інтеграції, метою якої у 50-х було об'єднання європейських промислових потужностей, спочатку у галузі металургії, а пізніше створення спільного ринку, Франція теж в засновниках. Ми говоримо, Германія і Франція, вони достатньо сильні в Європі, да? Ми навіть говоримо часто о le couple franco-allemand. Ну, ми іноді говоримо супружеська пара франко-німецька. І, в принципі, ну да, економії достатньо сильні в Європі. Много людей вот там, конечно, это первый Германия, потом Франция. Но я думаю, что Евросоюз так работает, в принципе, что там надо понимать, что есть парламент, да, и чем больше население, чем больше депутатов в Европейский парламент. Германия, Франция, много населения, поэтому так говорят, что больше мест в парламенте. И потом, конечно, после Второй мировой войны они хотели вот создать Европу в мире, да, и поэтому я думаю, что да, все системы не перфектны, но это еще считаем, что это Евросоюз помогал строить мир в Европе. Ну а в іншому – якісне вино, перевага громадянського шлюбу канцелярському, надзвичайна література і блискуче тонке чуттєве кіно, напевно, ми про Францію знаємо.